пока, друзья. Давайте поностальгируем. Я вот часто с Ваней завожу эти разговоры. Как же мне нравится, как мне скучается по 80-м, по славным 80-м, особенно по вот этим дискотекам. По... Да, Александр, я прекрасно вас понимаю. Я видел, как вы с плакатом Сиси Кейдж бегали. Вы первый человек в Харькове, который сделал себе татуировку Юмахо Юмасо, Александр. Прямо сейчас артисты «Большой разницы» покажут вам прекрасную пародию на дискотеку 80-х. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Всего лишь две вещи в мире могут собрать вместе 40-летних усатых людей. Это день зарплаты в частном охранном предприятии и наша дискотека 80-х! И как обычно ведем ее мы, человек, которого все узнают не по творчеству, а по прическе, Сергей Минаев. И человек, который расцеловал все пляжи Советского Союза, Владимир Маркин! В нашем зале сегодня собрались те, для кого секс-символом была Сиси Кетч, кто плакал, когда убили комиссара Катани. Именно для всех тех, чьи тела до сих пор помнят кусающиеся турецкие свитера с надписью «Бойс» на груди. А музыка наших гостей перестала звучать у меня дома, когда мой старый красный магнитофон «Интернационал» заживал последнюю аудиокассету МК-60. Встречайте, группа «Modern Talking». Das ist Kabilein, nicht Kabilein, ich will das Schwein. Was? Das ist gut, das ist Theater, Gastrollenartist. Das ist das Schwein, ich bin schon Puckmuckchen, ich weiß nicht, das ist gut, Waller. Auf Wiedersehen. Das ist nicht gut.